жовтні 2003 року з благословіння блаженнішого Володимира, митрополита Київського та всієї України, був заснований міжнародний фестиваль православного кіно «Покров». Відтоді він проходить щорічно напередодні великого православного свята «Покрова Пресвятої Богородиці». Телеканал «Київська Русь» готує спецпроект, присвячений фестивалю та найбільш цікавим його подіям. Одна з таких – зустріч з керівником телеканалу «Спас» Борисом Корчевниковим, з яким ми записали ексклюзивне інтерв'ю. Насколько православие сегодня является объединяющим фактором не только там Украина-Россия, например, но и Россия-Грузия, например. На этом кинофестивале представлены фильмы из Грузии, из России, Белоруссии, украинские и так далее, и так далее. Насколько, с вашей точки зрения, кино, искусство может действительно объединять людей? А вы киевлянин? Я луганчанин. Луганчанин, да? Да. Но тем не менее, мы с вами говорим в Киеве. Логично мне у вас про это спрашивать, потому что когда-то именно здесь, на этих землях, один человек понял, что ничто, так как православие, не способно объединить огромное государство. Это князь Владимир. Да. Это было больше 1000 лет назад. И у меня-то чувство, что ничего, кроме религии, и не способно по-настоящему корнево объединить людей. Все остальное будет внешним и очень хрупким объединением. Все остальное будет хождением по тонкому льду. И мы в истории много раз в этом убеждались. Все другие попытки объединиться на почве языка. Язык объединяет, но нет, недостаточно. На почве культуры, да, но ненадолго. На почве какой-то идеологии. Ни одна идеология, никогда не работая больше 3 поколений. И только религия, если это не лжерелигия, она способна объединить людей, потому что тогда люди связаны мировоззренчески, глубинно. Антоний Сурский говорил, что любовь – это не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении. Религия – это то, когда люди все смотрят в одном направлении и в этом тоже любят и друг друга, и то, на что они смотрят. Вот вы меня спросили, откуда я ответил с Луганска, а в одной программе вы сказали, что у вас тоже немножко с Луганска. Немножко есть, да. А расскажите, пожалуйста. Я никогда не был, к сожалению, я в какой-то момент, будучи в Израиле, встретившись там с людьми, которые знали моих родных, мой прадед был шойхет в синагоге. Это резник. Резник синагоги. Но это очень большой в иудаизме человек. Был он человек очень религиозным. Супруга его была... Да, и он был в Луганске шойхетом. И супруга его была, кажется, из... Не знаю, она в какой-то момент просто прошла гиюр и тоже стала исповедовать иудаизм вместе с ним. Вместе они народили 9 детей. Один из них – это мой дед по маме. Прадеда моего звали Гилел Белман Мордехай Корчемный. Деда уже, кажется, Леонид. Проще немножко. Да, упростили. Все попроще. Маму Ирина. Деда я никогда не знал, но очень на него похож. И, собственно, вот там вот уже на тропах войны теряется вот связь этой огромной, очень талантливой семьи. Дед был очень талантливым музыкантом, воевал и так далее. Но я ничего про него не знаю. Бабушка рассталась с дедом. И вот я только знаю, что я видел фотографию, настоящий праотец, вот этот вот Гилел Бен Мордехай Корчемный, Илья Михайлович его еще называли. Да, и он был иудеем. Борис, когда вы стали руководить телеканалом «Спас», ну, я думаю, многие заметили, что «Спас» как-то вот изменился, преобразился. Там добавилось очень много не только православных людей, но в передачу «Не верю», например, там атеисты. И да. Такого рода передачи. В первую очередь, это миссионерство, потому что, ну, действительно, люди, которые, например, я знаю, что они в храм не ходят, они стали спрашивать, слушай, а ты смотрел там, как там? Серьезно? Да. Ну, это очень, очень радостно для нас, для всей команды, потому что в первую очередь «Спас» миссионерство, конечно. В первую очередь. И «Не верю» разговор с атеистом. Я почему спрашиваю, что это не канал, православный канал для православных? Нет. Нет. Это канал для... Это принципиальная история. Это принципиальная история. Мы не обращаемся к тем, кто и так понимает, хотя нам очень важно тоже не потерять людей церкви, тех, кто уже давно в церкви. И если мы получаем какую-то критику от людей церкви, например, ну, иногда бывает, я вам честно скажу, совсем
консервативная такая критика, например, у вас ведущая была не в длинной юбке, почему ведущая не в платке? Ответить, мы слышим эту критику, но, в общем, ведущая от этого не наденет платок. Угу. Вот, потому что не это главное. Но нам очень важно именно попасть в людей, которые вне церкви. Значит, что интересно, бывает такое, когда вроде как все очень православная обертка, а внутри какой-то сути нету. Вы впервые за, сколько, кажется, 5 лет в Украине, в Киеве. В прошлый раз, если не ошибаюсь, вы были ведущим концерта «Дня крещения Руси», собственно, с чего мы и начали. Изменился ли Киев? Изменился ли Киев за это время? У меня ощущение, я не выдумываю, что вот хоть сейчас поставь сцену, и мы снова проведем такой же концерт, те же 100 тысяч человек будут стоять, и кажется, что сейчас также владыки будут благословлять толпу киевлян мощами князя Владимира. Кажется, что, вот знаете, такой сон, страшный сон, что ничего не было. Что все, вот такое впечатление у меня сейчас за эти дни от города. Я гулял, я смотрел. Хотя я был еще раз в Киеве после вот того концерта. Это был Киев февраля 2014 года. Ого! Я думаю, что не надо напоминать, что это за даты. Я видел другой Киев. Я видел его. И мне отрадно быть в нынешнем. Как будто бы, я хочу в это верить. Весна наступает, хотя на дворе октябрь. Ну, несколько дней назад была прям зима уже, и сейчас опять почему-то весна у нас. Хотя тут 2-3 дня ничего не поменяли. Ну, точнее, поменяли погоду. Вы первый раз вернемся к кинофестивалю нашему, собственно, Покров. Первый раз на кинофестивале Покров. Какие ваши впечатления? Их не оторвать теперь уже от моих впечатлений о Киеве. Для меня Киев – это была для меня принципиальная история. Я остановился в Лавре, и мы были на службах, мы были в пещерах. Вы сами знаете, как в этих пещерах время останавливается. Может быть, из-за этого у меня это чувство, и вам виднее, как человек, который здесь живет, ошибаюсь я или нет. Но у меня чувство, что время как будто остановилось, и что… Я-то изнутри церкви, вот как-то даже на Киев смотрю, что это как-то корабль, который плывет через все потрясения. Плывет и проходит. А на церковь, украинскую церковь, выпало потрясений особенно много в последние годы. Но она же вот проходит их. И все равно я вижу очень радостных людей. Радостных людей здесь, в Киеве. Радостных людей. Я не знаю, весь ли Киев сейчас такой, но люди внутри церкви такие. Ну да, особенно на День Крещения Руси, когда у нас… Особенно? Особенно на День Крещения Руси, когда 100 тысяч человек выходит. Да! Вот это нужно просто видеть и участвовать. Я вам точно могу сказать, что это настоящий Киев. И это настоящий просто… Ну, точно сказали. Мне тоже кажется, это настоящий Киев. Я видел по телевизору, только по Спасу показывали. Как это происходило, да. Хороший канал надо. Но, может быть, смогу принять участие. И ровно такое же ощущение от фестиваля Покров, что это подвижники, люди невероятной силы. 17 лет очень тяжелых для государства. Постоянных потрясений, ну, если так по-хорошему говорить, да, то, что происходит на Украине, вообще с нашими народами последние годы. Потрясения, перемены. И постоянно все что-то с чистого листа пишется. Это наше общее. А вот 17 лет через это плывет фестиваль Покров и показывает миру людей, я в первую очередь о творцах говорю, режиссеров, которые говорят о Боге. Вот несмотря на все на это, говорят о Боге и о главном, на самом деле, вот о главном, куда надо двигаться. Дай Бог. И последнее, хотелось бы вас попросить что-то пожелать зрителям нашего канала. Наш канал называется «Киевская Русь». Что бы вы могли пожелать нашим телезрителям? Приезжая всякий раз в Киев, а вот этих 5 лет моего отсутствия здесь как будто бы не было, я вам сказал, я думаю о том, что это святая земля. Действительно святая земля. И когда-то люди паломничали в Киев, как Серафим Саровский. Да, сколько святых сюда приходило, паломничество, и здесь начинали свой путь подвижничества. Всякий раз, когда я приезжаю сюда, мне в первую очередь Киев – это святая земля.
И ваш канал, именно потому что отсюда вот Киевская Русь, и вообще отсюда есть пошла русская земля, но это, она отсюда есть пошла, потому что это святая земля, как любой святой источник. Он бьет отсюда и бьет на 1/6 часть суши и больше. Он бьет отсюда. Я это чувствую всегда здесь очень остро. Что я хочу пожелать тем, кто нас сейчас слышит, канал с таким замечательным названием «Киевская Русь». Вот это тоже не забывайте. Не привыкайте к тому, что вы на святой земле. Что сюда люди иногда на коленях приползали и босиком ходили. Я всякий раз, как гость здесь, в Киеве, это чувствую очень остро. Вот, не знаю, вот люди, которые здесь живут, чувствуют это. Я вам очень хочу пожелать вам чувствовать это, потому что в каком-то смысле вы очень счастливы, что вы здесь живете, в этом святом городе, с такими святынями.